Полное описание и точки выхода 4 и 5 серии 7 сезона сериала «По законам военного времени. Враг за спиной». 4 и 5 серии сериала выйдут в эфир 3 мая. В новых сериях мы увидим, как в квартире, где живут директор школы Томас и Камила, появляется родная сестра Томаса, связанная с местным подпольем. Она тяжело ранена, ей срочно нужна кровь для переливания. К тому же женщина беременна. Тем временем в городском госпитале совершено ограбление. Пропали все медикаменты и кровь, необходимая для срочных операций. Елагина и Шилов в процессе расследования отрабатывают несколько ложных версий, пока не выходят на некого дантиста, который подпольно лечит раненых лесных братьев. В его доме они и обнаруживают Томаса и его сестру при смерти, ожидающую срочного переливания. Ведь в доме никаких медикаментов, украденных со склада нет. Как нет в госпитале, куда следователи отправляют раненых. Томас помогает Елагину и Шилову выйти на след настоящего организатора ограбления и найти склад хранения похищенных медикаментов. Но его все равно арестовывают. 4 и 5 серии сериала выйдут в эфир 3 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.